10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, да, отлично. Поздравляю. Всех поздравляю. Дожидались, наконец. Теперь нас засосет, наверное. Чуть немножко подлагивать начало. Да не, нормально. Не, да нормально, все окей. Вот и все. О, я не знаю, сука, эмоции переполняет. О, эмоции. Заработали. Пойдемте отпиздим пришельцев. Настало время дать им пиздюлей. Воспитательные пиздюли. Давайте, давайте. За Ваканду. Меня похитили. Пацаны. Меня тоже. Ну что, начинаем. Сейчас будет мини-игра это и все. Похитили, хорошо. Знаешь, стандартная мини-игра сейчас будет и все. Пацаны, где? А где пацаны? Пацаны, вы где? А, в воде. Мужики, в воде. Каждый сам за себя, походу. Включай спать, иди. Это кто там? Вы без оружия, и враги повсюду. Вдруг нас нашли. А вот и зал похищения с бомбами. Когда пройдет патруль, я вас выведу. Пацаны, встречаемся там и стоим на одной тачке все вместе. Я рядом с Харли Квинтом. Так, давайте, нам открывать. Времени мало. Все, куда нам? Сюда надо. Направо, давай, такой. я думаю направо. За нами, мы впереди там. С Харли Квин мы. Туда. Я с полетеном ржавчины. А мы что-то в разных походах. Опа, что закрылось. Вас не должны заметить. Там. Сюда нам нельзя, да. Пацаны, сюда. Вас тоже блин. Четверо? Блин, мы проебали. А, не проебались, все нормально. Падайте там в дыру, короче. Пацаны, о, поиск... У нас еще больше стало. Мы, короче, объединяемся с другими людьми, я понял. О, привет, все, пацаны. Они ушли. Одну минуту. Ой, о, вот дверь. О, здорово. Выйди сюда. Вот я. А меня вы нашли? Есть. Чем нашли? О, открыли дверь какую-то. Давайте. Заметят со всех ног, бегите через мост. Через мост, погнали. Давайте. Я ж эмоции, мне эмоции переполняют. Вы не понимаете, что это такое. Самый жёсткий мост про нас такой. О, нет. Вас засекли. Вперёд! Бежим, пацаны, бежим. Давайте, пацаны! Свалили. Все, мы свалили. Впереди враг! Назад! Впереди враг? Ладно. Прикольно. Давайте сюда, налево. Налево, пацаны. Кто здесь? А ты где? Мы тебя не видим. Я в другой, видать, группе. Тут еще одна группа. Так, надо подумать. Попробуем. Правая сторона. Вот тут. Мы, наверное, друг друга можем встретиться, нет? Давайте. О, бля. А, вот, вот. Погнали. О, там портал. О, портал. Эти трубы не для органики. Ну пока выглядит прикольно, кстати. Ну, кто-то уебался. Ну пока еще неплохо, согласен. Там это. О, офига, тут мусор летает, прикольно. Да, мусора лучше не стукаться, потому что я проверил один раз об мусор стукал. Мы в безопасности. Нет, пока. Внимание! Че, вы тут, пацаны? Во, привет, пацаны, вот. Где? Вот, я. Я тут. Направо? Налево? Давайте направо. Если такая троица бежит. Вон там общий выход. У нас еще больше, походу, стало.
В мусорку, сюда, пацаны. А, нельзя. Что, куда? А, только на мусор. Так, на мусор, да. Подождите. Окей. Надо только... Давайте босса. Так, а вы где? Я вас не вижу. На воде. Давайте смотреть на бум, походу, эпичный. Ага. Сейчас. Давай с правой стороны, дай с правой стороны вот тут встань. Да, я вас вижу. Здесь. Это, знаете, такое чувство, когда у тебя мама за в утренник пришла, а ты на выступление со своими друзьями стоишь. Я все подготовлю. Так хорошо видно. По центру вот лучше. Давайте встанем в одно место, пожалуйста, и все. Хорошо. Запускаю код активации. Сейчас как бомбанил. Пуканы у школьника. Пацаны, код активации у нас на стиле активировался. Сигнал прерван. Нас наебали. Я все сделаю. Держитесь! Нас взорвут, похоже. Ой, нас походу взорвут, реально. О, Кевин! Это Саня! Не может быть! Саня! Саня! Мы думали, он исчез навсегда! Саня родился. В прошлый раз он чуть не уничтожил остров. Да, это правда. Это Саня! Саш, как ты вылез? Сейчас это пиздюлейся, да? Вы гордите за Сашу? Ну, прикольно. Я очень рад, что сам вернулся. А чё, прикольно? Мой брат, это мой брат. Главный злодей вернулся просто. Возвращаем в камбэк. Ладно, надо действовать решительно и быстро. Сейчас станет тихо, я... Не, где? Ай. Я подготовлю рюкзаки. Я вас пытаюсь найти. Зарвём? О, муравья нашёл. О, всё, мы тут трое. Саня, попробуй. Окнам! Нужно срочно взрывать бомбы! Саня устал, Саня. Решил поспать. Вот, Саня прилег отдохнуть. Я горжусь за Сашу. Уже почти. Давайте подходим самым масштабным. Все мы немного, Саня. Все готово. Три? А, две минуты дать? Вы свою роль сыграли, а теперь мой выход. Мы ведем войну, и у врага абсолютное преимущество. Вы останетесь тут. Нельзя допустить, чтобы эта дрянь вернулась на остров. Да он не вернется на остров! Конец связи. Короче, она нас, походу, взорвет вместе с Саней, судя по всему. Не походу, я вместе понимаю, с нами. Вместе с нами, да. Давайте используем эту эмоцию крем. Крем-подушка, или как она там называется. Блин, найти бы ее еще, слушай. Да, я вот согласен с тобой. Я могу шезлонг посадить. А, вот оно. Сейчас сидишь рядышком? Такие главные. Естественно, на кайфе. Только не видно таймер, правда? На расслабоне. Да сейчас что-нибудь будет. О, вот Саня пробудился, ребят. Назад, смотрите. На Саню смотрите. Санечек синим стал. Санечек. Саня добрым стал. Это возможно. Санёк на остров всех отправит. Кстати! Или может Санечка отправить на остров? О, мы этот лифт поднимается. А, мы поднимаемся. Санечка, ты куда нас идёшь? Саня решил нас спасти. Смотри, он рейли вырос, пацаны. Он рейли вырос. Он большой, да? Ну, огромный. С
кажется, они уже не тот, что был раньше. Наверное, он нас спасет. Слушай, он нас спасет и сам взорвется. Вот сто пудов, наверное, так и будет. А может, он и останется живой? Нас выкинет. Ой. О, это что за... Вау, прикольно. Вау. Там тарелки эти здоровые похитители, смотри. Не, это, да, вижу, это вижу, просто вижу. Большая... Это мы внутри тарелки, я просто. О, это что такое? Вот она. Это большая тарелка. Прикольно. Она сюда. Вау, красиво. Прикольненько. Очень красиво. Красиво. Очень классно. Очень круто и очень классно. О, еще смотри, один сайт. Фига, он не один, смотрите. Он размножается, он размножается. Короче, их а много. Подожди, так маленький. Офигеть, смотри, сколько их Сани. Короче, все из Сани состоит. Сани главный злодей. Сейчас мы бомбанем, походу. Звездные войны начались, пацаны. Новый эпизод Звездных войн. Мужики, вы кто там? Вы живы? Что? Это очень офигенно. О, сюжет. Ой, меня крутит. Меня крутит. Да. Он, я со Санечком лечу. Я со Санечком лечу. Летим за Саней. Да. Короче, вот сразу рушится, короче. А вот и Санечек, вот это мы. Блин, эпично, красиво. Ну прям во. Еще один Санечек полетел. Какая-то другая копия его. Ой, пацаны. И нас тоже накрыло. Ждите новый сезон, походу. Все. Да, наверное. Походу конец ивента. А может нет, а может да. Ну нет, смотрите, как это пошло. Продолжение следует. В восьмом сезоне. В 12 часов. Завтра, значит, нормально. Все? И чё? А если... Давайте пока. Давай обсудим. Ладно, давай обсудим. Ивент красивый. Не самый, наверное, лучший, но клёвый. Ивент очень прикольненький. Мне настолько... Блин. Эпичненько, да. Блин, я даже не помню, какой такой, ну прям, реально эпичный ивент так запомнился. А, я помню, когда этот... Когда давай, я пишу. Вулкан там взорвался, еще что-то прикольно. Вулкан взорвался, да, было. Там что-то там много было всего, я помню, там не только вулкан взорвался, там что-то фигак, потом взорвался вулкан и кинули всех на локации эти сооруженные, да, прикольно было. Я приду и делаю, я знаю, что там. Кому-то пришли давать пиздюлей. Не мне. И не мне. Значит, тебе. Нет. Офигеть. Ну как тебе ивент? Это, кстати, твой первый ивент? Мой, да. Мой? Там... Третий. Блин, а мой уже хер знает какой. Почти все ивенты смотрел, кстати. Кроме этого, ну, эти я на ютубе смотрел, где там с монстром дерутся, и да, ну, Ариану Гранду. От монстром, от... Давай, настолько топовый. Это просто монстр. Монстр не крутой. Вулкан. Вулкан. И что-то еще. Вот этот. А, последний. Слушай, последний в первой главе последний ивент тоже был, в принципе, неплохой. Что там было? Напомни, пожалуйста, что там был. Там что-то прилетели эти. Мы смотрели на любой точке. Да, не, прилетели 8 инопланетян, начали там красиво все бомбить. Нет, не восьмерка. Нет, не 8, там было 7. Семерка. 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 Или шестерка, нет. Семерка. Семерка. Или шестерка. А, шестерка вроде, шестерка, да, шестерка. Шестерка. Смотри, по-моему. Вот разгаданы только 3. Да. Главарь, да. Вот этот, который у нас был. Женщина. Фига, и что-то там часов, кто-то еще. 12 часов 40 минут, это во сколько? В 12 часов дня, что ли? Ну, грубо говоря. Ну да, смотри, сейчас. Да, 12 часов дня получается. 40 минут. 12.
А, да, не, стой, вру, не 12, да, стой, 40 минут, это 12, и 12, да, 12 часов дня. О, как раз, стоп, я возвращаюсь, Я только возвращаюсь в пол третьего. А я возвращаюсь в 5. Сочувствую. Мейдар, ты во сколько возвращаешься? Ну, хрен знает, если честно. Если я иду на работу завтра, то тогда к 8. Вечером. Я такой, на следующий день. Ой, а что-то...